По-моему, безусловно, происходит реальное закручивание гаек, причем не против кого-нибудь там отдельно, скажем, людей, выходящих на Болотную площадь, или против неугодных властям некоммерческих общественных организаций, и против них, конечно, тоже. Но принимая законы, закручивающие гайки против очень широких слоев населения. Например, целый ряд законов против автомобилистов. А у нас за рулем сидит сейчас все активное население страны. Закон о прописке касается каждого из нас. Это какое-то новое крепостное право в 21 веке. Другое дело, что никто эти законы не соблюдает. Они рассчитаны законодателями, которых пишут, на их точечное исполнение. То есть кого-то по этим законам будут преследовать, а кого-то эти законы не коснутся. До тех пор, пока у нас законы будут писаться таким образом, до тех пор, пока они будут не одинаковы для всех, а выборочные, не будет уважать законы ни население, ни законодатели, и мы не будем правовым государством.